Объем трансграничных операций, совершаемых при использовании китайского юаня, растет. Народный банк Китая будет содействовать интернационализации национальной валюты. Планируется предотвращать системные риски и создавать благоприятную денежно-кредитную и финансовую среду. Об этом заявил представитель Центробанка КНР Ли Бинь в интервью местным СМИ. По его словам, цель регулятора в том, чтобы системно работать над открытостью финансового рынка, обогащать инструменты защиты от рисков, создавать комфортную среду для инвестиций. Для обеспечения финансовой стабильности и регулирования международных расчетов в юанях Центробанк будет сотрудничать с другими центральными банками и международными финансовыми организациями. Основная цель интернационализации состоит в том, чтобы юань становился резервной валютой и, возможно, вытеснял иену, которая и так наиболее популярна в азиатском регионе. Этот процесс сейчас активно идет, тем более, что многие страны БРИКС, прежде всего Россия, стала использовать юань для расчетов за нефть и другие продукты экспорта. Это будет также способствовать росту доли юаня в расчетах и, соответственно, в резервах. В январе-ноябре прошедшего года объем трансграничных операций в китайской валюте достиг 48 триллионов юаней. Это на 24% больше аналогичного периода предыдущего года. По мнению экспертов, такой рост свидетельствует о растущей популярности юаня как международной резервной валюты. Действия Нацбанка КНР направлены на повышение роли юаня в трансграничных операциях и укрепление позиции Китая в мировой экономике. Интернационализация юаня позволит снизить зависимость китайского рынка от доллара США. Какие риски это может нести для китайской экономики, денежно-кредитной политики? Скорее всего, существенных рисков это не прибавит, поскольку в Китае и так достаточно жесткое регулирование потоков капитала. И скорее это потихоньку будет становиться препятствием для дальнейшего роста в расчетах. Сейчас юань становится уже основной валютой расчетов в азиатском регионе, поскольку позиции японской иены заметно слабеют.